Skipper 200L. Новая моделька от компании Skybike. Значит, отличие от старой модели. Во-первых, новый пластик. Во-вторых, двигатель. Двигатель имеет маркировку GN1P63QNK. По каталогу диаметр поршня у него 62 мм. Двигатель скутерный, с вариатором, имеет одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, дополнительно масляное охлаждение имеет и имеет, кроме вариатора, коробку передач с переключением в передней и задней скорости. Передняя подвеска на двух рычагах А-типа, значит, с амортизатором. Амортизатор имеет регулировку преднатяга. Втулки амортизатора имеют тойотницы, которые закрыты резиновыми колпачками. Размер колес спереди 21 на 7 на 10. Задняя подвеска выполнена на монорычаге с одним амортизатором. Амортизатор также имеет регулировку преднатяга. Значит, цельная ось, один тормозной диск, с правой стороны звездочка приводная. Размер задних колес 22, 10 на 10. В передней части у нас пластиковая крышка закрывает железную решетку, ну, железный каркас, который в простонародье называется кенгурятник, который закрывает всю эту переднюю часть. Есть место под крепление лебедки. Спереди тоже вот выход для крепления троса лебедки. Значит, в передней части установлен багажник. Багажник достаточно жесткий, крепится непосредственно к раме. То есть квадрик можно поднять, он не гнется, он жесткий. Задняя подвеска выполнена на монорычаге с цельной осью. Значит, амортизатор имеет регулировку преднатяга. С левой стороны установлен дисковый гидравлический тормоз с ручником. С правой стороны звездочка приводная с цепью. Цепь имеет шаг 530. Квадрик в базовой комплектации оборудован фаркопом. Снизу установлена защита для того, чтобы грязь, кочки не попадали, не повредили ни тормозной диск, ни цепочку. Из недостатков задней подвески мы обнаружили осевой люк заднего рычага. Лечится подкладыванием шайбочек. Передняя оптика представляет из себя дневные ходовые огни, типа ангельские глазки. Указатели поворотов, выполненные на лампочке накаливания. И фара. Ангельские глазки. Указатель поворота. Габарит. Фара. Переключатель дальний, ближний. Спидометр. На нем есть индикация скорости, индикация пробега. Общая и индикация пробега суточная. Индикация включения передней передачи драйв. Индикация включения нейтральной передачи. Индикация включения левого поворота. Индикация включения правого поворота.
индикация включения заднего хода и индикация включения дальнего света фар. Также индикатор скорости и тахометр. С левой стороны пульт имеет переключатель поворота, кнопку сигнала, переключатель света, габарит, включение света, переключатель ближний, дальний свет. И в передней части кнопка стартера. Также с левой стороны у нас есть ручка паркинга. Это он включен. Для того, чтобы выключить лепесток, необходимо откинуть в обратное положение. С правой стороны ручка газа, лепесток под палец и передний гидравлический тормоз. Также оборудованный лепестком ручника. Нейтральная, назад задняя передача и, соответственно, вперед передняя передача. И замок зажигания, который имеет два положения: выключено и включено. С левой стороны установлен USB разъем для зарядки каких-то гаджетов, который закрыт резиновой крышкой, чтобы туда не попадала грязь, влага. С правой стороны в подножке установлена педаль тормоза заднего. Тормоз имеет гидравлический привод. Также пластиковая крышка принудительного обдува цилиндра и щуп для залива масла и контроля его уровня.